Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Шимко, я нахожусь в Москве, середина мая, накрапывает дождик, но это не мешает мне пригласить вас 23 мая на встречу с собой, или, как это у нас называется, встреча с подписчиками, вопросы и ответы по дате рождения офлайн. Это состоится в небольшом кафе-ресторане в центре Москвы, недалеко от метро Цветной бульвар или Трубная. Все координаты будут указаны в описании к этому видео, а также на экране вы видите номер телефона, по которому можно позвонить и записаться. Вход очень недорогой, чисто символический, чтобы нам отбить аренду зала, чтобы нам отбить видео-фотооператора. Но места будут, конечно, ограничены, то есть более какого-то лимита я принять, естественно, не смогу и ответить на вопросы. Но, тем не менее, если вы хотите просто поприсутствовать, без проблем, записывайтесь, приходите. В эту небольшую сумму будет включен некий, если так можно назвать, фуршет. Мы поговорим по вашим вопросам, отталкиваясь, как всегда, от вашей даты рождения. Соответственно, та же самая рубрика «Вопросы и ответы», только в офлайн. Мы уже четвертый год проводим эти встречи. Те, кто был, знают. Напишите в комментариях, понравилось, не понравилось. Те, кто в Москве или хотят приехать, приезжайте, записывайтесь. Ну, хотя бы так встретимся, энергиями обменяемся, так сказать. Вот. Ну и, конечно же, ставьте лайки на все видео, которые есть на моем канале. Ну, можете ставить и дизлайки, пишите комментарии. Буду рад ответить на ваши вопросы. Также вы можете записаться ко мне на консультацию личную, если меня сейчас не унесет ветром. Но 23 мая обещали погоду получше, поэтому буду рад вас видеть. Не обязательно в купальниках, но тем не менее приходите, поговорим и серьезно обсудим ваши вопросы. Благодарю за внимание. Дмитрий Шимко.